парламенте распределены, сенсации не случилось. Победил опыт. На этой неделе прошла первая сессия нового шестого созыва Верховного Совета. Правда, на ней депутаты решали не законотворческие вопросы, а организационные. Кто станет спикером и кто возглавит комитеты. Позади у каждого жесткая конкуренция. В среднем 16 кандидатов на место. В итоге законодательный орган республики сегодня представляют 4 фракции. «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Коммунисты России». Еще 2 человека прошли не по партийным спискам. Тот курс, который выработал Верховный Совет и правительство ранее, он будет сохранен. Обновление, безусловно, есть, особенно в части вот партии, например, «Коммунисты России», которая вообще ни в одном регионе не прошла, а у нас она набрала более 6%. Повестка первой сессии установочная – выбрать управленческий состав Верховного Совета. Впрочем, с этим как раз-таки проблем не было. Кандидатуры выдвигали неоспоримые. Во главе Верховного Совета единогласно вновь назначен самый опытный парламентарий. По итогам голосования председателем Верховного Совета Республики Хакасия избран депутат Верховного Совета Республики Хакасия Штыгашев Владимир Николаевич. Владимир Николаевич, примите наши поздравления и прошу вас занять ваше рабочее место. Хочу заверить о том, что постараюсь обеспечить всем доступную работу в Верховном Совете. Всем, без исключения депутатам. Сохранил место первого зама Юрий Шпигальских. А вот в комитетах и комиссиях произошли небольшие, но все же перемены. Из 12 человек, выбранных тайным голосованием, лишь 7 ранее входили в состав президиума. Остальные 5 впервые будут работать на постоянной основе. В итоге комитеты и комиссии возглавили следующие депутаты. Комитет по бюджету и налоговой политике. Здесь руководство осталось прежним. Финансовыми вопросами продолжит заниматься Сергей Комаров. Комитет по конституционному законодательству, государственному строительству, законности и правопорядку. Его председателем переизбрана Светлана Могилина. Подтвердил свой статус и Михаил Сорожаков в должности руководителя комитета по местному самоуправлению. По-прежнему будет управлять комитетом по культуре, образованию и науке Лариса Карпова. Далее идут те, кому еще предстоит знакомиться с должностью председателя. Валерий Мишанков занял пост председателя комитета по экономической политике. Валерий Соболев – комитет по экологии. Владимир Костюш – комитет по здравоохранению и социальной политике. Петр Воронин – комитет по аграрной политике. Николай Михеев – мандатная комиссия. Николай Бозыков – комиссия по регламенту. Кроме того, депутаты приняли решение наделить полномочиями члена Совета Федерации, представителя Верховного Совета Хакасии Евгения Серебренникова, который, кстати, ранее также представлял нашу республику на федеральном уровне. Места распределены, Верховный Совет готов работать. Рассматривать же законопроекты парламент начнет уже через неделю. Следующую сессию назначили на 25 сентября. В планах на ближайшие 2 месяца сверстать и принять главный финансовый документ Хакасии. Надо обеспечить и доходную часть этого бюджета, и особенно более-менее справедливое распределение средств по расходам. Ну а самое главное, закон так, чтобы работал, чтобы мы действительно зарабатывали эти деньги для бюджета республики. Это были все новости парламентской недели, за которыми, кстати, вы можете следить и в Твиттере. Официальный аккаунт находится по адресу, который сейчас вы видите на экране. Всего доброго!